Доброго здоровья. Постараемся помочь. Спасибо вам большое. Я прям буду очень благодарен. Спасибо. Партийный прием граждан по вопросам здравоохранения провел депутат Мособлдумы Николай Черкасов. Из-за ограничений во время пандемии запланированная встреча с жителями была организована в дистанционном формате. Все желающие могли позвонить и задать волнующие их вопросы. Многих интересовали нюансы вакцинации от коронавирусной инфекции, которая активно проходит в городском округе Щелково. Помогали отвечать на вопросы граждан муниципальный депутат Павел Жуков, уполномоченный по правам человека в Московской области по городскому округу Щелково Вера Евтушенко и главный врач Щелковской областной больницы Антон Демидов. Я бы хотела уточнить, обязательно ли вакцинироваться и перед этим сдавать тест на антитела? Но сейчас идет вся прививочная кампания, прививаются люди без предварительного анализа на антитела. Несмотря на то, что все вопросы жителей касались медицинской тематики, были и те, кто обратился за помощью иного характера. Так, в многодетной семье, у которой недавно умер отец, четверо детей остались фактически никому не нужными. Их мать не выполняет обязанности родителя. Депутаты пообещали помочь в оперативном режиме и взять ситуацию на контроль. Сегодня оказались дети один на один со своими проблемами и с матерью, которая им не уделяет внимания. Здесь, конечно, предстоит потрудиться. Вовлечены сюда в орбиту разбирательства и силовые структуры, органы прокуратуры в частности, и отдел опеки, и социальная защита. Поэтому наша задача сейчас скоординировать эти действия и максимально быстро, в короткие сроки, помочь детям решить проблему их дальнейшей жизни. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.